У нас кто? Это у нас Mazda. Mazda. CX-5. Тут заломчик на двери. Вот он. Два заломчика. Два даже, да? Да. Дверки крашеные. Красочка свежая, поэтому по ней колотить нельзя, только разгибать. Штатно есть отверстие. И к этой вмятинке есть доступ. Сейчас попробуем ее поковырять. Ну, так потихонечку вмятинка уменьшается. Работаю я вот таким острым окончанием. Мне так больше нравится. Потихонечку уходит. Металл тут очень мягкий, нежный. Здесь он никаких жесткостей нету в данном случае, так что я думаю, все будет нормально. Чуть пришлось подзабить вот здесь. Сейчас надо будет повернуть. Вот, бликует чуть. В принципе, тут ровно. Но просто остались следы, которые отвлекают. Вот, кажется, что тут залом. Просто надо это дело подполировать. Вот и все. Чуть-чуть еще осталось. К сожалению, ни бить, ни колотить нельзя. Крашеная поверхность свежая. Но опять же, на улице уже этого видно не будет. Это вот восьмикратное увеличение. Вот так получше стало. Следующий дефект по машинке, это вот здесь. Не хочет снимать, бликует. Заливает светом объектив. Слабо видно. Ну вот она вмятина. Заливает светом. Глазом видно, объектив слепнет. Вот. На изломчике. Попробуем сейчас через окошко добраться, через вот такой матик. Работать через стекло не особо-то приятно. Но уже почти, и глазом еще видно. В лампе. В лампе она заливает. Вот, чуть-чуть видно тут на краю. Еще не доделано. Ну, кант он держит. Наводись. Вот так получается. Да мусоринка, блин.